Семейка, а это моя осталась лапочка. Лапочка дети ходят 5 штук. Что там, кто там, пацаны там, девки. В общем, как-то их нужно изолировать. Этих нужно отдельно, тех нужно отдельно. Ну, вот сейчас вот начинаем. Сейчас 10 дней будет перекура у моего сына. Майские праздники. Путин выделил нам. И мы начнем здесь. Господи, я готова вот хоть сегодня остаться здесь. Все. У меня там хозяйство. Куда его везти? Тут курей. Нафига? Они просто в курятник не влезут. И тем более у меня породистые все. Нужно породам разбирать. В общем, сейчас сделают сарай. На него смотрит вся страна. Сейчас сарай сделает и пойдет все дальше. Дела пойдут. Вот идут бандиты. Вот они идут. Что-то сейчас будет. Сейчас посмотрим. Курочки несутся. Каждый день практически 20, 20, 21, 23, 18. Вот так. Сейчас будет больше нестись. Тут на самом деле больше курей. Я еще своих привезу. Я хочу побольше курей. Хочу хотя бы штук 150. И гусей хочу штук 20. И уток штук 100. Хочется так, что получится. Ой, какая изодранная курица. Вся спина. Ну, сейчас так. Вон она, моя желтенькая курочка ходит. Красавица. Цыпленка была такая красивая, такая красивая. Все изменились, а без меня росли. Я уже и не вспомню. Кто есть кто. Недавно адлеровская кто-то забил, или козы, или еще кто, не знаю. Короче, мертвая. Сын пришел, она еще была теплая. Видите, какие помойки нам оставили. Сейчас бы помойки убрать, вот эти кучи две убрать, и был бы совсем другой вид. Ничего, в течение недели мы все это разберем. Только мне переехать надо. Куда ты бьешься? Куда ты бьешься? Уже наелся, ничего не хочешь, да? Полежи, полежи давай. А я пойду. У меня дел полно. Надо мне вон дерево подвязать. Ладусик. Молодец, моя девочка. Спокойная коза. У нее, кстати, тоже живот чуть-чуть опустился. Но она родит на пару недель позже. Мань. Ой, я тут нужна. Срочно, срочно. Ой, цигель, цигель. Пусть скорее сделать сарай. Завтра мы сюда придем. Короче, по выходным надо мне переезжать в течение этой недели.